Добро пожаловать на канал HardResetInfo. Сейчас я покажу вам, как на устройстве Samsung Galaxy M23 добавить отпечаток пальца, то есть как разблокировать телефон с помощью отпечатка. Как видите, сейчас у меня телефон есть с паролем, но нажимая и прикасаясь к кнопке питания, ничего не происходит. Смотрите, надо добавить отпечаток пальца. Для этого мы заходим в настройки, спускаемся вниз, выбираем биометрию и безопасность. Нажимаем отпечатки пальцев, подтверждаем пароль и нажимаем «Продолжить». После чего ждем, пока пройдет анимация, и сканируем палец. С помощью того пальца, который мы отсканируем, мы сможем разблокировать телефон. То есть в идеале, если вы правша, тогда используем большой правый палец для того, чтобы разблокировать телефон. Если левша, то указательный левый. Я буду указательный правый использовать, потому что мне так сейчас удобнее. Вообще можно добавить до 3 отпечатков, поэтому можете хоть 3 каких-то пальца добавить. Итак, просто прикасаемся к сканеру и сразу же отпускаем. Палец отодвигаем от сканера. И каждый раз немножечко смещаем палец для того, чтобы смог телефон просканировать все при всем. Нажимаем «Готово». И теперь пробуем. Блокируем телефон, прикасаюсь к каким-то другим пальцем. Видите, ничего не работает, а прикасаюсь кнопкой тем пальцем, который отсканировали, и телефон сразу же разблокируется. То есть вот так вот. Нажимать кнопку не надо, просто к ней нужно прикоснуться. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.